всех достал. Был дерьмом и запускал дерьмовые ракеты. Из мавзолея мной гордился папа вместе с дедом. Они законно обрели там вечную прописку, а я тупо хочу сосиску. На чучхе! Одном прожить без риса невозможно. На чучхе! Кладем прибор, но очень осторожно. Рыбахе! Вкуснее чучхе понять несложно. Лучше рыбахе! Херим ми чучхе! Выбор в общем, не богатый. У королей, hey! И у вождей, hey! Если пальцем не зачатый, то добрей, hey! И умней, hey! Или к папе с дедом ляжешь в мавзолей, hey, 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 hey! Опа, добрым стал, милым стал, оп, 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 оп. Опа, зайкой стал. Эй, а у зайца? Оп, 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 опа, зайкой стал. Эй, вот где яйца? Оп, 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 оп. Эй, он руку дружбой протянул, сломав свои ракеты. И в руку тоже отвечу, так положим мы за это. Проси, что хочешь, эй, братан, ведь мы друзья отныне. Посидеть мне дай в машине. На расхват! Мы дружим жестко здесь без проволочек. На расхват! Оставьте этой дружбы мне кусочек. На расхват! А вы берете одиночек, я ведь тоже брат. А пошел ты взад! Мы с тобой такие няшки на все века. Hey! Любовь так дыр, hey! Мировые обнимашки. Ты мой кумир, hey! Я твой кумир, hey! Закрыть сортир, мы строим. Миру мир настал! Мир настал! Оп, 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 оп! Опа, гай поймал! Эй, если кинешь! Оп, оп, оп! Опа, я сказал! Эй, кони двинешь! Оп, 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 эй! Миру мир настал! Человек шагает как хозяин, и мы знаем, кто тот человек. Мы на пенсиях деньжонок срубим и бабла поднимем за сырье. Как невесту родину мы любим и как девку пользуем ее. Заберем еще чутка налоги, чтоб не жизнь, а полный фейерверк. Молодым везде у нас дороги, а дороги строит Ротенберг. Широка бездонная кладовая, много есть чего мне распилить. Лишь бы ты жила, страна родная, чтобы нам здесь трубы проложить. От Москвы до Нижнего Тагила, от столиц до самых дальних сел. Старикам везде у нас могила, молодым везде у нас футбол. Но сурово брови мы насупим, будем гром и молнии метать. Если выйдет вдруг, что в нашем супе осетрили будет не хватать. Широка страна моя родная, расстояние просто ого-го. И один на стране хозяин, необъятной родины его. Здрасте, милые ребята. Тема есть тут и не размята. Как у нас на вертикали проводили мы диаль. Если
Если вы большие фанаты футбола, водки, балалаек, матрешек, икры, приезжайте в гости разного пола, мы целый месяц будем к вам добры. Можете купаться в пыли с воробьями, можете с ночевкой ходить в Эрмитаж, писать с небоскребов, петь соловьями и наших лучших целовать на. Приезжайте в гости к нам, не забудь про Фейсбук и Инстаграм. Ты про все расскажешь там, потому что видел все сам. Сказка здесь куда ни глянь, четко все как инь-янь. Наслаждаться торопись, пока вокруг такая живопись. Потом к себе его в номер унес. Наших полицейских нет в мире добрее. Все, что грозит вам, поцелуй в засос. Жалко, что и местные все это видят. Есть у них желание пуститься в разнос. Но пока вы здесь, их никто не обидит. Только свалите, мы решим вопрос. Здесь повсюду красота. Ты про все расскажешь там, потому что видел все сам. Ах, какая благодать! Только не захохотать! Две недельки подождать, потом на все нам будет наплевать! Я не такой, как вчера. Я меняюсь по 500 раз на дню. Вы попробуйте, поймите меня. Где я правду говорю, где фигню. Я сегодня кучу дел проверну. Ну а завтра проверну их назад. Эй! Всех партнеров аккуратно нагну. В белом доме, где резной палисад. Троллим, 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 свежий ветер пролетел. Я пустил тот ветер, извините, не хотел. Троллим, 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 все вопросы порешал. Доплатить мне надо, чтобы я вам не мешал. Я с семеркой засрался вчера, а сегодня с ней целую засол. Это шоу, это просто игра. Вот причина этих метаморфоз. У меня в кармане жиженый газ. За углом торгует сталью киоск. На орбите есть искусственный глаз. Ну а в Твиттере искусственный мозг. Твиттер, 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 пару строчек напишу. Всех партнеров НАТО окончательно впишу. Твиттер, 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 пару строчек набросал. Все устройство мира я там вкратце описал. Захочу, могу войну развязать. Только пусть Конгресса добрый сперва. Лишь Мелания может мне отказать. Под предлогом, мол, болит голова. Я сегодня президент, будь здоров. Ну а завтра получу взад ногой. Это пофиг, я наделал дело. Честно, это просто ловкость рук. Вот живые зайцы появляются из брюк. Если этот номер вас реально задолбал, шибко недовольных попрошу покинуть зал.
тишине постучалась в двери. Я уже на коне. Ща пойду проверю. Трамп пришел, с ним бобец. Фу, блин, отпустила. Вот скотина, стервец. Где ж его носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все, кто вякал, тихо теперь. Мундиаль провел в попыхах ради этой встречи в верхах. Значит, то, что крынды поджал, булавою всем угрожал, Сирию чутко обижал. Не напрасно было. Мы довольны вполне галочкой в карьере. Нет холодной войне в теплой атмосфере. Посидим, потрындим вежливо и мило. Результат? Хрен бы с ним! Ведь общение было. Блефуют все! Ты мне верь. И ты тоже верь. Есть для прессы тема теперь. Я с Госдепом вел мордобой ради этой встречи с тобой. Крым и Асад до фонаря, если вместе два главаря. Встреча эта будет не зря, ради факта встречи. А кто не подпишется, на того мы наложим санкции и пошлины. До всех дошло.